Захотела заснять для вас видос, ну, такой небольшой, необычный. Во-первых, у нас колотун утром-вечером. Я вчера прошла, вот, видосы за... следующий закину, также сегодня. Просто помоталась вокруг дома 4 часа, уже какая-то темень, неприятно. И ветер, ну, он ледяной. Вот э, сама температура играет, конечно, роль. Но когда начинает штормить, и когда холодно, и ветер сами понимаете, что и влажный воздух, что оно еще по ощущениям сильнее кажется и холоднее. И вроде так смотришь, 5 градусов, там, 1, минус 1. Но вот, конечно, я не могу сравнить и с Дальним Востоком, где я жила, ну, ни разу. Там уже шапки, шубки и вот это вот все. Но у нас сегодня утром вроде как должен был пойти дождь а настолько было холодно прям мерзло морозно что даже не гра то а вот реально на снег снег у нас, у нас пошел вот сейчас видите облака но поскольку вроде все так успокоилось и ветра нет и облака на месте стоят и вроде не дождливо я надеюсь что не будет лить сегодня вчера прям потоки опять и гром был среди ночи не понять что где-то уже, естественно, лед, в горах снег, в больших городах возле Загреба. И э, что я еще хотела? Д на дороге опасность становится, естественно, потому что это то дождь, то лякой, то э, изморозь. Вчера купили, слава богу, хорошие эти, нашли резины для машины уже зимней поставить, чтобы было все спокойно. Хотя у нас вот реально такой прям лед, лед, это редко, но вот когда пару лет назад или в прошлом году да, пару лет, наверное, сейчас как раз будет. Точно одно морозное, одно морозное утро, неочищенной дороги и авария у нас как раз была. А, что вообще я хотела-то рассказать, историю. Я ее расскажу вам, как сказку завуалированную, потому что такая ситуация, что непонятно, что можно говорить, что нельзя, в какой форме, какие слова. Я вам уже про это рассказывала. Я тут не по законам, тут я в самой платформе, которая странно в последнее время себя ведет. В общем, такой сказ о хорватских этих царях, королях. В общем, жили-были в одном королевстве царь и рабочие. Не, слуги, да, скажем так. Его придворные. И царь был не совсем в норме. И решил, что он не просто царь в своей местности, а царь всея Хорватии. И делать может все, что хочет. Он до этого этот царь напрягал моего принца, а его не защищали другие подданные. Теперь эти подданные плачут, говорят, как мы плохо поступили по отношению к моему принцу и как теперь их царь там хорошо хорошо натягивает. В общем, этот царь-король, государь, принес волшебную кроватку. Кроваточку принес в свое государство и сказал так своим подданным. Я поставлю эту кроватку здесь, у вас, на рабочих местах. И если с кем-то случится бобо, то никто из моего королевства не выйдет. Да, вот видите, это была присказка, а сейчас сказка. Никто из королевства не выйдет и не покинет его. Запру на железный засов. А если кто-то по по попытается перелезть через ограды, <с> то он вызовет злого дракона с тремя головами. Вот. И вы не сможете побороть его. И люди, ой, люди опять говорю, подданные слуги этого короля, они молчат. <с> не знаю почему, потому что король, вот этот местный, он да, так, как бы это теперь опять завуалировать, он считает, что он самый главный в, нашей, в нашем большом и общем государстве. Они в верхах, поэтому вот ему все можно. Значит, а вообще, если говорить так без шуток, это нарушение абсолютное прав людей. Тут уж никак не завуалируешь. И это прям жестко. То, что он им сказал, то, что он сделал, это прям уже, по-моему, максимум. Это уже верх, это уже не верх, это дно, наверное, даже так можно сказать. И я, опять же, хочу сказать, все зависит от короля, от государя в каждой конкретной фирме. Потому что где-то есть разумные государи, а где-то есть вот такие вот, которые, в общем-то, государят как они хотят и думают, что им все можно. А верноподданные, поскольку у них кредиты, долги, большие зарплаты хорошие, они боятся. А даже и с не очень хорошими зарплатами боятся. Так что вот такие вот такая вот жесть происходит. Да. Ой, у меня аж руки трясутся. вот камера трясется, потому что у меня трясутся руки. Мне холодно, ногам холодно. Я пошла внутрь. Надеюсь, вы поймете эту сказку. Да, и о том, что вот происходит в этом нашем царстве-государстве.